Йоу, братва, с вами Серж, и добро пожаловать на Факис. Но прежде чем я начну его, прежде чем я продолжу этот видос, я хочу передать привет следующим ребятам. Playgame, тебе вообще отдельный респект. Бета, Friendly Frog, Crazy... Крайзул. Или Крайзол, братан, сори, если что-то не так. Володя, 23 чиш. Ванга Кас, Килопоп, а еще, я хочу передать привет своему преподу. Если, конечно же, он смотрит этот ролик. Короче, добро пожаловать на фак, всем спасибо. И прежде чем мы начнем, опять же, я сегодня стримил Uncharted 4 The Lost Legacy. Поэтому, собственно, этот видосик, наверное, задержался либо до полуночи, либо до начала пятницы, либо я успел выложить этот ролик в четверг. Неважно, с вами Серж, понеслась. Александр, значит, интересуется. Асирчанский, когда влоги из других стран? Я твою поездку в Болгарию уже несколько раз пересматривал. Надо что-то новое. Братан, я с тобой полностью согласен. Поездки в новые страны намечаются на осень, зиму, весну, лето. Теперь я буду путешествовать до хера и много. Поэтому каждый раз, когда я куда-то поеду, я буду снимать видосики и выкладывать вам. А ближайшая поездочка будет, скорее всего, осенью. Да, это будет... Я не буду говорить, что это, но, мать его, это охренительная штука. Охренительное место, я хотел сказать. Эй, Серчанский, вот вопрос. К тебе когда-нибудь докапывались за шмот? Если да, то как отвечал? Короче, дело было... Ой, нос чешется. Видать, я скоро буду стримить 12 часов какие-то хорроры. Да, марафон меня ждет, ребята. Так вот, по поводу шмоток. Дело было, по-моему, или в 4-м, или в 5-м классе. Я, честно сказать, не помню. По-моему, это был 4-й класс. Так вот, это была зима. Гуляли мы как-то с другом рядом с каким-то торговым центром. И я был в куртке, которая очень была похожа на... В то время были какие-то скинхедовские куртки или что-то такое. То есть она такая большая, черная, без воротника и с огромной, просто с огромной, сука, золотой застежкой. Молнии, вернее. И, короче, подходят ко мне какие-то два уёбка. Пыжики, я не знаю, наркоманы начинают докапываться. Типа, я чё там, вообще попутал берега или что-то типа того. И я такой, воу-воу, парни, вы чё? И тут вы знаете, чё один сука сделал? Я не помню, что он достал из кармана. Он приставил это к моему телу. Ну, то есть, типа, знаете, как нож приставил ко мне и такой, если я тебя еще раз... Блять, я не помню, что он говорил. Он начал прямо на меня давить. Суть в том, что, судя по нему, он учился в классе 9-м. Я пиздюк четвероклассник, и он на меня наезжает. Блять, вообще умалишенный аутист. И, короче, я заплакал. Как только я заплакал, они, блять, убежали, сука, как страусы куриные. Не знаю, что сказал. Ну, короче говоря, эта хренота сработала. Поэтому, братва, несмотря на то, что тебе 23, 25 или 37, плачь, сука, в любой самой стрёмной ситуации плачь, и тогда все будет хорошо. Хуёвый совет. Фартук в масле оливье, Сергей. Данил, ты типа чё? Как тебе удается в последнее время совмещать дела ИРЛ и выпуск видосиков? Да, и стримасики вроде мелькают. Тебя что, два, братан? Если ты не заметил, то прошлый месяц я был ИРЛ, как бы, да, то есть никаких стримасиков, никаких видосиков, ничего не было. Я отдыхал, было круто. Но спешу заметить, что этот вопрос был задан 31 мая. Понятия не имею, что было до 31 мая, но как же круто я все-таки отдохнул. Ребята, это было классно. Здравствуй, Серчик. Привет, Екатерина. Ой, слюньку пустил. Парашютист вылетел, как говорится. Очень люблю рубрику с хоррорами, снимай побольше. Кстати, да, вот хорроры. Хорроры классная тема, вот где-то там лежит у меня PSVR, не знаю, к чему это я, но скоро хорроры. И, кстати, мне нужно будет еще пройти Resident Evil 7 с PSVR шлемом, так что да, ждите. Ох, ребята, скоро залетим, будет классно. Какой же все-таки хоррор тебе самому больше понравился и почему? Спасибо за ответ, ты классный. Ой, да так мило. Хоррор какой понравился больше всего? Slender the Arrival и, скорее всего, Outlast первая часть. Вторая, ну, такой себе как-то не особо зашло. Outlast 100% в списке тех хорроров, которые мне понравились больше всего. Некий Низам задает вопрос. Серч, а ты кто? Я предлагаю обратиться за помощью к моему официальному сайту s3r4.me, где на самом верху все доступным образом написано. Видеоблогер, стример, хороший человек в расфокусе. А, привет, Серч. Здравствуй, Артем. Как ты? Как твои дела? Напиши, пожалуйста, в комментариях, как твои дела. Даже если ты не Артем, пиши. Есть ли у тебя машина? То какая? То есть... Пацан уже уверен в том, что тачка у меня есть, и спрашивает, какая. Да, тачка у меня есть. Это BMW M5, мадафака. Бич! Пау-пау, йоу! Идем дальше. Тарас пидорас. Не могу не согласиться, хоть и не знаю Тараса. Привет, Серчульда. Здравствуй, Никитос. Где наш неудержимый Феникс Картер? Феникс Картер будет, как только кто-нибудь на почту напишет мне. Уважаемый Сергей Сергеевич, не желаете ли вы отведать $1 000 000 в качестве рекламы нашего сервера
Runner of Sampi. Вот, нам очень понравился ваш серийный выпуск Феникс Картер. Я такой, конечно, ребят, что вы, не вопрос. Ну, короче, на самом деле, да, я не скрываю, что это рекламный проект. Дело в том, что я несколько дней трачу на то, чтобы, сука, все это снять и смонтировать. Это самый сложный проект. И хотя бы какую-то отдачу я был бы не против иметь от него. Ну, короче, вот, я ответил на этот вопрос, да. Здорово, Серж. Артем, это еще один очередной Артем. Я поражаюсь людям, которые пишут вместо «здорово», «здорово», типа «О, здорово, я Артем!» Сука, блять. Сделай вид, что это был крутой вопрос. Подожди, надо заново. Здорово, братан. Йоу, motherfucker, bitch. Кмон, это был крутой вопрос. У меня открыто окно, между прочим. И чтобы вы понимали, время 11 час ночи, а я ору как потерпевшая сучка. Привет, дорогуша. Здравствуй, Данечка. Чё насчет сходки в Москве? Не планировал ничего такого? Добра и позитива. Братан, ты попал в точку. Дело в том, что с 28 сентября по 1 октября пройдет Игромир 2017 в Крокус Экспо. Вы можете загуглить сайт Игромира, купить билетик, встретить меня там, получить селфи и, возможно, даже ништячок от меня. Какой ништячок, я не буду рассказывать, но он определенно будет. Короче, с 28 сентября по 1 октября я жду вас на Игромире, мадафака. И если ты туда не придешь, ты пожалеешь об этом, ведь там очень круто. Последнего вопроса на сегодня не будет. Сейчас вы видите мой инстаграм, самое время подписаться на него и не пропускать ни одну инстастори, ни одну фоточку, тыкать лайки и быть вообще крутым чуваком. Спасибо большое за внимание, ребятки, с вами был Серж, это был факт номер... Серьезно? Я снова забыл какой-то, мать его, факт. Там какая-то шавка на улице лает и, сука, перебивает меня каждый раз, когда я снимаю факт. Не знаю, что это за шавка. Факовая шавка. Я понятия не имею, что за хрень я несу. Вот. Кстати, пока не забыл. Вот тут мой стрим проходит. Это мой Twitch, кстати, ссылочка на него находится здесь. Обязательно подписывайся сюда и не пропускай стримасики. А еще, какую бы ссылочку вставить? Я еще одного парашютиста пустил. Короче, вот еще одна ссылочка, ты можешь на нее клацнуть. Вру. Ты можешь клацнуть здесь. Здесь находятся мои оповещения о новых видосиках. Подписывайся на все три вида и не пропускай ничего. С вами был Серж Серчульда. Всем спасибо и всем пока. Хлопок.